Уважаемый Амандык Горбасович, 29 июня через заместителя руководителя управления внутренней политики областного акимата Сапаргалиева Жаныса я передал на ваше имя заявление о безобразиях, о, по нашему мнению, коррупционных правонарушениях, допущенных руководством Кирвласского района, о принятии вами соответствующих мер. Однако сегодня 19 августа, до сих пор никаких мер реагирования принято не было. Или это заявление укрывается, или вы даете возможность уйти от ответственности, по нашему мнению, виновным лицам. Прошу вас отреагировать.